твоя рука. Я все равно ее хочу. Дай мне ее. Вот, на мою руку. Я уж постараюсь, чтобы это ты запомнил. А так ты запомнишь еще лучше. Так, что у нас сегодня в программе? Что по расписанию? А сегодня по расписанию... Суперсекретный босс. Чтобы открыть суперсекретного босса, мне нужен суперсекретный ключ. Потому что суперсекретный босс прячется в суперсекретном КамАЗе. И я... А, это моя рука. Суперсекретный ключ находится в суперсекретной сауне. Для того, чтобы открыть суперсекретный КамАЗ и сразиться с суперсекретным боссом. Где сраная суперсекретная сауна? Это есть дорога в сауну? Никто не в курсе? Да где я? Где ебаная суперсекретная сауна? Ну-ка, обернись. Что там? В смысле, с радостью, бля. Чтобы он меня по затылку угандошил? Нет, мой друг. Мы это уже проходили. Даже не оборачиваясь. Ну-ка, а что там? Why? Дырокол укус? Что за ёб твою мать? Бля, почему моей команды в моей команде нет? Я инвалид, нахуй. А, ДДС. Где моя команда, ёб твою мать? Бля, все, мы покойники. Так мне и надо, ебанату, блядь. Алан побежден. А где моя команда, слышь? Я без руки, нахуй, без команды. Вот моя команда. Все, моя команда у меня в команде. Ай, блядь! Эй, уёбище. Ты не заметил, что ты не помещаешься в эту палатку? Обернись. Сейчас я тебя обернусь, нахуй. Бля! Все, блеванул. Ебать! Давай, провались. Проваливайся. Эй! Воу, блядь, что вам надо, уебанцы? Да ты здешний чужак. Я не к вам пришел, якудзята. Тебе пора, говорит, свалить. Я ухожу. Извините. Сейчас я их выебу, нахуй, блядь. Неверный выбор. Сейчас, подожди, у меня тут, нахуй, японские якудзы не хотят из сауны вылазить. Придется вытаскивать оттуда их тела. А, ДДС, ну-ка. Так, есть. Упал, отжался. Получайте доходы, коктейль Молотова. Ха, нате, яй. Воу. Вы нашли ключи. Смотри, парень выполняет смертельный трюк с вороной на носу. Так, вот и он, суперсекретный босс. Выходи, суперсекретный босс! Тебя только что убило любопытство. Суперсекретный босс на барабане. Выглядит, конечно, он не очень впечатляюще. Огонь! Ебось, хорошо! Ой, промахнулся! Ебать! Ха-ха-ха! Да он покойник! Гори в аду! Опа! Йоу! Бля, заебись, промахнулся, сучий потрох! Что за ёб твою мать? Кто это был? А где суперсекретный босс? Сейчас он трансформируется, регенерируется по любасу. Это просто так... Я вообще с кем-нибудь сражался, никто не заметил? Представь себе. Я и представлять не хочу, и ни себе, и ни тебе. Девочка угнала мою лодку. Увлекательная история. У меня есть всего один вопрос. Как? Что как? Что как? Как могла малолетняя девочка разоружить этого лодочника и угнать его лодку? Кто ты, лодочник? Если мы можем построить новую лодку, то я тебя отвезу к ней. Мне просто нужно древесина. Так, записываем. Древесина раз. Парус. Парус два. Что еще? И двигатель на лодку. Вы пьяны? И инструменты, чтобы ее забрать. Нихуя, да я сам нахуй соберу эту лодку, если это все у меня будет. Как красиво, надо просто душу греет. Живодер, он над этим нахуй олененком издевается. Мой любимый, ни на что не годный сукин сын. Это он олененку? Он еле на ногах стоит еще и держит такой центнер уебанства. Брэд, а давай с тобой отдохнем. Последний заход, как в былые времена. Былых времен не было. Тот, кто первым доберется до лодки, тот первым доберется до нее. Типа девочка там и лодка там. Пошел ты нахуй, сейчас я доберусь до нее. Ай! Брэдли, как искупался, Брэдли, тебе понравилось? Со мной гонку хочешь? Давай. Кия, спагетти, он... Что это за боевой клич? Кия, спагетти.
всю свою жизнь докапывался до тебя. И до антилопы. Я буду по тебе скучать. Пока, Брэдли, пока! Что за пиздотерки у вас, братва ебаная? Готов узреть красоту? Блядь, еще один ебаный гачи-мучевец! Как меня заебало нахуй это! Полуголубая игра. Я ебу ты болванец. На-на-на-на-на. Получай, гомосятины кусок! Что такое? Хуль ты там в углу забился? Иди сюда. Ты не должен увидеть меня в таком состоянии. Так я же есть, кто привел тебя в это состояние. Это же я твой имиджмейкер. Привет, босс. Ха. Хватайте их, мужики. Мужики? Кто из вас мужики, уебанцы? Вы отряд Марио. Я раньше в колледже играл в футбол. И бутсы умею всаживать глубоко, парень. Насколько глубоко? Глубоко. Мне твои бутсы пригодятся. Спасибо за подсказку. Музыка кастрюль микс. Все, он команду потерял. Гори, сука. Где мои парни? Они тебя ждут в адском котле. Как можно играть в футбол, когда мы этого мужика завалить не можем? Это всего лишь футбол, это не война. На турнире будет, как на войне. Лысый, командная работа у тебя на высшем уровне. Не твой уровень, дорогой. Это последнее дерево кровавой луны. Я не дам тебе его забрать. Я себе пришел за дочкой, а не за луной, долбояк. Что теперь? Срубить дерево, да. Ага! Ты что, уже достался материал из-за лодки? И не только это, еще несколько индейских скальпов достал. Отлично, пора строить. Так, Брэд, Страби работали всю ночь, блядь. Я одной рукой долбоящер работаю. Отлично! Поплывем только мы с тобой? Что, почему? Идем. Черт, да ну нахуй сюда, Команда! Подъем! Подъем, команда! Подъем! Вставайте, суки, сволочи! Вставайте, я уплываю, команда! Команда! Как же я без команды? Камень, камень, камень! Ух, ебанат ебаный! Мы за тебя чуть не разбились об скалы! Аккуратней дуй этой хуйней, японским веником! Так, она где-то на этом острове. А моя команда на другом острове. Дружбан, я прошел через все это не ради того, чтобы ты меня по спинке похлопал. Я могу хуем по твоему рту похлопать. Чего? Ты что, глухой что ли, ебаный урод, блядь? Я хочу поймать маленькую сучку. Это он про мою дочь? Да это тот самый маньяк, которого мы целый год ловим. Вот и все, нахуй. Умри. Моя дочь! Что? На что уставился? Кто здесь? Этот Базилио реально слепой? Убить Марти. Кто такой Марти? Марти! Не бей его, он спас мне жизнь. Эй, не бей ее! Он не хотел. Что с моей ногой не так? Почему моя нога мою дочь ударила? А как же быть-то? Мне что, дочь пиздить? Yes, you can! Just do it! А ну-ка нахуй на. Брэдли, я изменился. Лиза, деточка, прости меня. Что тут нахуй происходит? Она забрала лодку. Наконец-то я получил, что заслужил. А? Не трожь ее. Что? Ее лицо. Надо ее заклеймить. Тебя навечно упрячут в психушку. Может, не меня одного? Похуй, одной руки хватит. Вот, прикройся. Почему ты никак не оставишь меня в покое? Да? Что тебе от меня надо?
Почему она так со мной поступила? Мне отрезали руку. Я спас ее сосок. Я пожертвовал своим личным составом. Она отняла у меня пончо. Теперь она принадлежит Рандо. Все, хватит, хватит экран, остановись! Бадди, нам пора бежать немедленно. На старт, внимание, марш! Не в ту сторону, Бадди! Бал! Я знал, что вы настоящие друзья, команда! Здорово, братья! Брат, я не хочу тебя калечить. Чего? Отойди, пожалуйста. Я должен ее спасти. Простите, ребята. Звоните, ребята. Где мой коктейль Молотова? Я не хотел вас в него кидать. Прощайте, ребята. Простите, друзья. Признай, тебе не победить. Е-бойз. Хорошо. Хорошо, хорошо. Вот так. Упал, пошел нахуй, упал. Так, упали, а теперь... Горит его аду, бля. Ебось, еще бой. Ну, вам еще один коктейльчик, самый лучший Молотова. Гореть в аду. Сдохните, суки. Отойди от нее. Ну, теперь ты попался, сука, все это из-за тебя! Ты когда-нибудь пробовал коктейль Молотова, нет? Сейчас ты меня сгоришь. Сейчас я тебе налью его бесплатно. Где этот паёк Рандо? Паёк Рандо, а потом я радости въебу. Эта таблетка мне должна помочь. Ха-ха-ха! Опа-на! Таблетка еще и лечит! Таблетка лечит и крит-атаки наносит. Все, бля, ты покойник, мой друг. У меня их 15 штук. Ебать, эта таблетка меня в Супермена, в Бэтмена, нахуй, в Таноса превратила. Да ты псих. Гори, Рандо. Вы на самом деле лучшие. Он, мужик, реально через зад прошел. Я все правильно сделал. Лучший клиент. Жопа!